Всем здорово, дорогие друзья, с вами Даваска. Недавно мы оценили сеты ютуберов, сегодня будем оценивать сеты тикетокеров. У меня вот тут прямо передо мной списочек ID тикетокеров, и давайте оценивать их сетики. Много кого я знал, много о ком слышал, ну, хоть где-то когда-либо и хотя бы раз. А о ком-то вообще буду слышать впервые, да? Давайте вместе оценим сеты тикетокеров. Всем приятного просмотра, кто кушает, то приятного аппетита. Погнали! А начать нашу замечательную оценку сетов я хочу с моего сегильдийца Геро. Вот такой вот у него замечательный бело-голубой сетик. Возможно, голубые кроссы тут смотрелись бы лучше, но походу нет, потому что он тоже очень сильно любит собирать сеты. Голубые кроссы за промокод олдовский ЕТЕК, которые уже были слиты, у него они есть, и если он их не наделал, значит они смотрятся ну так себе. Вот такой вот у него великолепный бело-голубой сетик, ему мы с кайфом ставим 10 из 10 и приступаем к оценке остальных тикетокеров. Итак, первый у нас на очереди Фердибек. Если вдруг я как-то ошибся в нике, то извиняюсь заранее. Так, вот мне кто-то сказал, что как-то эту клавиатуру можно исправить. Замечательный человек, если вдруг ты вновь смотришь это видео, напиши, пожалуйста, в ВК и покажи, как исправить эту клавиатуру, потому что это вообще ужас, а в андроиде я вообще ничего не понимаю. Так, 5, 6, 4. Опа, он, да. Смотрим, оцениваем его сетик, получается вот такой вот у него сет. В принципе, дефолтное сочетание торса и штанов. Единственное, что тут корона немного не в тему, поэтому 9 из 10. Следующий тикетокер — это Лопес. Давайте посмотрим на его сетик. Я надеюсь, то, что я вот так вот сижу и набираю их айдишники, это ничего страшного, потому что, по сути, ID — это распространенная информация, которая есть, ну, чуть ли не в открытом доступе. Поэтому да, давайте посмотрим. Вот такой вот у него сетик. Смело 7 из 10. Были бы кроссы, было бы больше. Оцениваем следующего. Так, получается Молдаванион 99. Так, вот такой вот у него айдишник. Вроде как олдовский. Да, если я не ошибаюсь. Шикарный олдовский айдишник. И давайте посмотрим, в каком сетике он играет. Возможно, сейчас будет какой-нибудь олдовский сетик, но нет. Вот такой вот симпатичный сетик, но сюда есть штаны лучше, чем штаны ангела. Были бы обычные пуховые штаны, было бы лучше, поэтому 9 из 10. Штаны ангела как-то к этому торсу вообще не подходят. Следующий сетик — Free Fire 05. Может быть, у него есть какой-то ник, по которому можно его определить, но у меня он записан именно вот так вот. Айдишка, кстати, красивая, симпатичная. Давайте посмотрим на его сетик. А, это Закир. Вроде как я его встречал, да, в топе по медалькам. Посмотрите, он прямо красавчик, собирает по 500+. Сейчас вообще молодец. Вот такой вот у него сетик. Это 7 из 10, потому что голые ножки. Были бы кроссы, было бы вообще замечательно. А так 7 из 10. Оцениваем следующего. Это Смайл ФФ. Вроде бы это не оригинальный смайл, хотя айдишка очень старая. Вот такой вот, вроде бы тоже я где-то его видел, именно этого тикетокера. Вот такой вот у него хороший фастерский сетик, но, как по мне, линза вот эта так себе. Смотрится, была бы она синяя, она в этом инкубаторе есть, и было бы 10 из 10, а так 9 из 10. Следующий тикетокер — это Нур. У него уже не такая олдовская айдишка, как у других, но давайте посмотрим. Так, вот так вот, потом вот так и вот так вот. Поиск. Нур ТТ.
Давайте посмотрим. У него вот такой вот хороший сетик, дефолтный, но очень-очень симпатичный. Этому сету смело и с кайфом ставим 10 из 10. Следующий получается Альфа. Знал я раньше одного Альфу. Шикарный игрок, шикарный опа. У него старый айдишник. Возможно, это он. Вообще был великолепный игрок. Слушайте, возможно, это он и есть, а может быть и нет. Честно говоря, я не помню айдишку того самого Альфы, но возможно, это он, а возможно, это и не он. Вот такой вот у него сет, если я не ошибаюсь, это фулл набор с нового ивента, только он на бороду поставил. Так, следующий Уно. Давайте посмотрим на его сетик. Так, 261. 279. Он? Да. Вальгала СНС. Вроде как он там офицер, а может быть даже и лидер. Нет, лидер Фундук, да. Вот такой вот у него сетик, кролик. Ну, давайте все-таки 9 из 10. А так, сочетание футболки, штанов и кроссовочек замечательное, но мне только кролик тут не нравится. Поэтому 9 из 10. Следующий — Жека. У него тоже не такой олдовский айдишник, если я не ошибаюсь. Но давайте тоже его оценим. Так, 8229. Оцениваем. Жека X TikTok. Давайте посмотрим. У него вот такой вот сетик. Ну, кролик тут сюда вообще не смотрится. Хотя, если бы какой-нибудь черный торс, то было бы интересно. А так, ну, давайте 7 из 10. Следующий тикетокер — это Пикачу. Давайте посмотрим. 8-4-9. Угу. Так, все, отлично, Пикачу. Смотрим. У него вот такой вот сетик. В принципе, неплохо, но опять же из-за сланцев 7 из 10. А так, вполне себе играбельный и очень даже хорошенький сетик. Так, крестик, уло, все. Следующий — Феро. Так, Феро. Тоже вроде где-то его слышал, где-то о нем слышал. Давайте посмотрим. У него... Феро 200к. Посмотрим, оценим. Так, вот такой вот у него сетик. Обычный самый фастерский сет. Вот у меня вопрос. Сет идеально черно-синий, но песочные штаны. Зачем? Вот просто зачем? Сюда обычные джазовые штаны, пуховые штаны, штаны ангела. Великолепно бы смотрелось. Просто песочные штаны тут все портят. Поэтому 8 из 10. Следующий — это... кто у нас? Это Ника. Ника, Никуля и много кто ее знает. Ну да, как Никуля. Так, Че, я то вел? Да, 507. Никуля Юте. Она, кстати, и ютуберша, как я понимаю, и тиктокерша. Это ее основной сет. В принципе, шикарный, не добавить, не убавить, смело 10 из 10. Следующий, так, это ютубер, ага, AlmazFF25. Смотрим, оцениваем его. Так. Вот так. И, кстати, тоже очень красивый ID. Типа шестерки, восьмерки и нули. Великолепно. Так, вот такой вот сетик. Ну, голова кролика. Не обычного кролика, которого используют все пастерки, а вот такой вот кролик. А потом штаны-кроссы вообще не сочетаются. Ну, давайте 4 из 10. Так, следующий у нас кто идет? Следующий — ФФ, Вероника ФФ. Давайте посмотрим. Так, ага. Вот так вот. Потом вот так вот. И вот так вот. Все, поиск. ЖК Вероника.
Что-то знакомое. Капец, какое знакомое. Где-то я точно ее видел. Либо в топе по медалькам. Хотя, ну да, в принципе, помог, потому что 449 медалек. Очень что-то знакомое. Вот такой вот у него замечательный сетик. Докопаться можно, да и в принципе и докапываться тут не до чего. Куртка и штанишки идеально смотрятся, прическа под штанишки, а кроссовочки чисто белые. Великолепный сет, тоже смело 10 из 10. Так, следующий у нас идет Мохнатик. У него прям 4 однерки в начале ID. Как красиво это все смотрится. Вот мне интересно, если бы можно было покупать ID, например, вот у меня ID из 9 цифр, я бы с кайфом выкупил, например, ID из 8 цифр, но чтобы там были все девятки, типа 8 девяток или 8 восьмерок, это же капец, как красиво бы смотрелось. Так, это его официальный сет, как я понимаю. Вот до идеала можно было бы сюда надеть голубые кроссы, но, в принципе, и зачем, когда белые кроссы смотрятся великолепно. Ему тоже ставим 10 из 10 и переходим к оценке следующего тиктокера. А следующее у нас это Ласточка. Давайте посмотрим, в каком сетике играет она. 396, 546, дальше идем и вот так вот завершаем. Ласточка, кстати, очень много, уже это третий тикитокер с такой приставочкой. Походу это какой-то альянс тикитокеров, я просто за них вообще не шарю, поэтому да, уж извините. Вот такой вот у нее сетик, в принципе неплохо, но кроссы тут белые, как по мне, лишние. Не знаю, есть ли на девочку какие-то красивые голубые кроссы, но, блин, вот иногда смотришь на сет и прямо не добавить, не убавить. Тут я бы что-то, но поменял, поэтому 9 из 10. Давайте посмотрим на сетик, получается, механика. Так, 291. Да ладно. А, понял. Я просто думал, что... Ага, где-то я ошибся. Да, 203, я так и думал. Тоже очень красивая ID. Вот такой вот у него профиль. Нету, кстати, фона и аватарочки. Похожий сетик мы уже видели сегодня. Опять же, ему 9 из 10. Потому что все в общем и целом великолепно смотрится. Но штанишки тут капец какие лишние. Поэтому 9 из 10. Так, следующий. Так, его мы уже оценивали. Хамка. Или Барнаульская. Так, вот такой вот айдишник. Он ли хамка? Давайте посмотрим. Ну давай, официальный свой. Да, блин, какой он офигенный. Мне вот это один из самых лучших женских сетов именно в черно-красном цвете. Великолепный сет, ему тоже смело 10 из 10. Так, следующий, получается, завершаем мы это все, Ковру. Давайте посмотрим на ее сетик. Я надеюсь, Катя, что ты поставишь официальный сетик, что ты в нем играешь, что именно твой официальный сетик. Я сейчас буду с удовольствием лицезреть и... Моя ты радость, ну... Вот просто великолепный сет. Это ее официальный сет. Все великолепно, все шикарно. Этому сету тоже 10 из 10. На этом у меня все. Я надеюсь, то, что вам понравились сеты, в которых играют наши СНГшные тикитокеры. Опять же хочу сказать, что это не все. Поэтому, возможно, заделаю вторую часть, если вам понравится это видео. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока и да пребудет с вами стиль.